Итак, всем доброго времени суток. У нас очередная посылочка с сайта AliExpress. Так, не забываем подписаться, поставить лайки. Ссылки на товар с видео будет в описании под видео. Смотрим, переходим, будут там и цены. Так, начинаем скрывать. И сейчас наш помощник откроет данную посылочку. В посылочке здесь написано крем. Вот, так, первое наше здесь выпадает, у нас вот такая вот компенция для вычавливания всяких. Ого, как у нас тут много всего. Так, ну, приблизительно покажем это дело, у нас тут вот так вот надевается. Наоборот. А, это не влазит, а, фу. Так, и типа тут вот так тянешь, и оно тут должно быть. Да, так, когда уже будет заканчиваться, здесь тюбик полный, такая вот штукенция. Так, здесь у нас всякие клатчики, как они там называются, под глаза. Так, здесь у нас их должно быть 10 штук, по-моему, да? Да. 10 упаковок. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. 10 клатчей. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10. 10 штучек у нас здесь такие вот. Кстати, это у нас идет все под заказ. Под заказ у нас это все дело и шло. То есть так что. Ну, я спрашиваю людей, у меня было попереднее видео. Спрашиваю у людей. Говорили, что очень хорошие эти штучки. Очень прекрасные. Так что рекомендую, можете заказать. Здесь у нас специальные маски. 4, 5. Так, кстати, у нас тут не все пришло. 2, у нас 6, не 7. Все пришло. И в данной маски. Посылке. Здесь у нас сколько? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Так, ну что ж. Так. Здесь у нас специально вот такая вот маска. Пропиточкой, вот здесь видно на видео, вот так вот она. Очень хорошая маска, прямо на шею даже. Да, да, все. То есть мне уже тоже ее уже заказывали. Вообще, очень довольная. Видит полностью аж за уши. Лифтинг подтягивающий. Да, лифтинг подтягивающий машинки. Так, и. Сейчас мы зайдем на сайт. Пришло 3 штучки. Не пришло 3 крема в данном. Отбеливающие не пришли. Так, и непонятно почему. А это морщин, а отбеливающих не пришло. Так, у меня заказывали, это все было под заказ. И это у нас будет, конечно, проблема. Проблема. Буду писать. Довольно. Буду писать продавцу, что за ерунда. 3 маски нет. 3 видов маски нету. То есть получается два вида маски есть. Вот эта штукенция для выдавливания есть. А остальное у нас нету. Так что вот такое вот это дело. Какая-то неприятность иногда случается на Алиэкспрессе. Так, сейчас мы зайдем на сайт. Вырику зайдем на сайт, вам покажем также само и покупателю, то есть продавцу, что нам все не пришло. Так, будем открывать спор по данному делу. Ну, это 10 таких вот. Итак, посылка была у нас запакованная. Сейчас мы возьмем нашу камеру, переходим на AliExpress. Так, мои заказы, и у нас здесь, так, где этот у меня заказ? Сейчас мы посмотрим, где этот заказ, где я заказывал эту штукенцию. Вот у нас этот заказ, это продавец. То есть у нас должно быть
вот у нас этот продавец. То есть у нас здесь должен быть лица, вот такое вот дело. Его здесь нету. Так, красота, уход лицом за этого, то есть тоже нету. Так, вот это вот выдавливатель есть. Вот этот крепляющий лифтинг кожи у нас есть. И вот этот есть. То есть не пришло две позиции с данного заказа. Так, здесь у нас 10 пакетиков есть. 7 штучек у нас здесь есть, по-моему, да? То есть считаем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так, этого у нас есть. Так, перекрепляющий лифтинг кожи. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 тоже есть. А остального, и вот эта вот штучка у нас есть, остального нет. То есть нету вот этого крема и нету вот этого крема. Так что придется открывать по данному факту спор, возвращать за эти вот товары денежку, ставить негативные отзывы. Очень жаль, потому что это дело у меня шло под заказ. То есть мне попросили люди заказать. А оно не пришло. Ну что ж, на этом будем заканчивать наше видео. Если будете писать в комментариях, показать, как открывать спор или как. Какая дальнейшая судьба, сниму, расскажу. Вот. Очень жаль, конечно. Очень и очень жаль. Так, ну что ж, на этом будем заканчивать видео. Ставим лайки. Ну, уже сами понимаете, данного продавца Olivan Home, магазин Olivan Home, рекомендовать уже не могу, так как уже не пришли все посылочки. Не пришли, весь заказ не пришел, что очень жаль. Всем пока, до новых встреч. Не забываем подписаться, ставить лайки. Всем пока. Thank you.